Так, все, одевай на голову, оно уже включено. А у меня либо видео. А? Программка типа вот, поверни. Сейчас все вот так получится. Проходим. Назад надо. Может, Йорш? Никого? Все, запись пошла.
вырубаю тогда ее. Я увидел, что вы... Да ну нахуй. Большие мурлы. Че, пискарёт? Деда тоже. На удочку. Видал, выдрал какого? Но. Упирается? Да, нет. Не упирается? Походу. Или опять? Проволоки. Гастрит там пиздец, хуй знает какой этот. На 22 штуки выписали лекарств нахуй. Давай, давай, давай. Что вы хочешь сказать по этому поводу? Ну, она, видать, не утиралась. Вот так вот надо рыбачить, ребята. Смотри, сдать можно. Ну, клади он в кузов сразу, на машине увезем. А он еще это, шел так, смотри. Ну. Железка. Ну, пока вот так вот мы начали. Вот. Нормально, что? И обратно его туда же. Плыви, братан. Я пушком. Да? Ладно, пауза. Все, друзья, сегодня у нас 4 или 5, да? 4 июля, июня. Поперли, короче, с Русланом попробовать щуку половить. Сейчас посмотрим, что кого будет, не будет. Так. Возле трассы находимся. Так. Рыбакам всем привет. Не перекачать бы. Так. Так, теперь стой. Дай-ка. Дай-дай-дай. Спички забери сразу. Жопу убрать? Да. Сейчас смотри, чтоб это не упало. Он с снингом. Ты подожди пока, со снингами завяжем. Да, я хочу. Сейчас это, надо будет идти от кустов подтягиваться. Хотя мы и так пройдем, наверное. Руслан, спички забери. И смотри, чтоб тебе в задницу крючок не вошел. Тройник. Ой, я ее убрал. На тройник сейчас сел. С обоих сторон сейчас откидываем и все. А якорь? Че? Якорь. Да нам пока не надо, он здесь. Ветра сильного нет. Сейчас мы проверим, какие-то поклевки есть или нет. Блин, трава ебучая, я еще и забыл это
ручку закрутить. Наверное, у меня зацеп с травой. Надо перезаброс сделать. Точно травяной зацеп. Несет маленько. Ну можешь якорь, Руслан, распутай, а? Руслан, распутай якорь. Развяжи, ага. Да-да-да. Развязывай, развязывай. Вот еще одна щука отошла. Ага. Давай. Надо. Что, распутал? Распутал? Всю длину сделал? Так, стоп, покажи мне его сюда. Держи веревку. Держи, молодец. Так, сейчас. Опускай ее. Сейчас, подожди. Вот и все. Сейчас это, Руслан, подожди. А что такое? Подожди, стой, вот так. Прокинь туда. Ну подвесло. Вот так, ага. И все. Так, веревку там привяжу, вот здесь самый конец. Самый конец просто. Привяжи веревки. Да, конец самый. Привяжи, чтобы она вообще не ушла у нас, якорь никуда не делся. Да, завяжи прям на узел. Нормально. Чтобы никуда ничего не это. Да, чтобы здесь этот конец был сидевший, так нормально. Ну еще на один. И все. И можно кидать. Все, сейчас кидаем. Проверяем, ага. Кидай сейчас вперед. По нескольку раз надо прокидывать места. Зацеп ебаный. Сейчас здесь проверим. Блять. Давай утонуть в приманке, нормально. Затапливай ее. Должен он здесь крокодильчик быть. Самое главное, чтобы у него охота была. Жрать, да? Да. Может здоровенная блесна, а может и нет. В принципе, если честно, я на такую здоровую еще ни разу не ловил. Да не, подлодка тут что это? Или ты проверяешь, как она плавает? Должна быть где-то здесь акула. Акула должна быть. Может где-нибудь вот возле коряк. Вот так.
предвкушении хорошего удара. Я говорю, весь в предвкушении хорошего удара. А вообще июнь, защита как? Нормально, сейчас самое начинать должно. С голодовки. После икромета. Самое главное, нам тут сейчас бояться некого. Что приедет, кто-то будет облавливать. Мы сейчас сами здесь все прозвоним. Не торопясь. О, блядь, выпрыгнул. То ли чебак, то ли кто. Отблесни там. А? Еще? Я скажу, мы-то на лодке. Ну. Да возле лодки, Руслан, не играй. Видишь? Сейчас я еще вот сюда к кустам кину. В спине жарко, блин, от этого жилета. Ага. Да нет. У меня вообще спина кипит. У тебя хорошая спина, она вообще прям играет. Ну и долго. Нам даже сети здесь не страшны. Потому что мы отцепить сможем. Да? Ну вот возле этих коряк должна быть щука, ё-моё. Возле этих кустов только где? А вот в этой траве это стопудово она тут есть. Ты что там делаешь? Я? Чиню тебе этот. Ну что бы дальше, мирка. Я понял. Видишь, еще может быть сейчас сильно не клюет, потому что оно ближе к вечеру начинает брать. Потому что сейчас сколько? Ну 5 часов. Часов 6-7 она вот так вот начинает идти вечером. Может вообще не делать, может просто не брать. Не, ну Руслан, это вот столько вот мы уже раскидаем. Это как бы вот. Она должна взяться. Я имею в виду, потому что даже, блядь, она и голодная будет, не голодная будет, один хер какая-то должна взяться. Да. Один хер какая-то должна клюнуть. Я имею в виду, если у нее не жор. Так. Я бы вот эти вот кусты прошел. Траву вот эту бы. Может мне сейчас поменять, сделать это воблер. Попер. Попер не тонущий здесь. Разные, да? У меня не тонущий есть, который в траву кидаешь, и он просто не тонет вообще. У меня уебок вот такой есть. Ага. Кто? Видишь? Ну, вижу, маленький. Это на окунька вообще классно. Сейчас, друзья, вот этого одену вот. Я, помните, вам показывал его? Одею вам показывал. А, с Пашкой, когда рыбачил. Сейчас, короче, оденем его. Проверим, что кого. Ищикам привет. Да. Рыбачьте. Рыбачьте, да. С Русланом второй раз рыбачу в жизни. Никогда не рыбачил. Времени все нет у меня. Да. Так, сейчас проверим. Ну как эта трава покажет себя, хрен знает. Тоже засыпал буду в траве. Обалденно. Блин. Большая сильно трава. Что было, забудь. Да это вот он так и играет, он не тонет. Все
сейчас, подожди. А, вон он пришел. Да. Сейчас я... такого видел. А? Видел у тебя его как-то. Сейчас, стой, он туда в траву забабахает, ты-то не сможешь такой. Ох, как коряга, смотрите. Видишь, он не тонет, он по траве проходит. Обалденно. Хорошо, да. Вон щучка сыграла. С той стороны. Зараза не хочет хватать. Хватанет. Видишь, как он? Смотри. Да, такие любят, она вот. Она неутопляемая. Понимаешь, она это. Та же самая рыбка, только она не тонет. Ее интересно тем, что на мелководье вот ловишь, когда он не тонет, не зацепляется за дно, за коряги в 30-сантиметровую глубину, в 20. И вот видишь, она как раненая рыбка. Сейчас бы он туда попасть, и в то окно, блю. Ага, вот туда как раз я и хотел. О, видал, промазала. Промазала. Тихо, тихо, стой. Съемка идет? Идет. Ребята, видели удар? По-любому видели. Прикольно. Ну-ка, давай-ка. Промазала. Смотрим, ребята. А второй раз она будет? Слушай, хорошенькая была. Это не этот. Грамм 500. Ну, может быть. Ну, давай. Самое главное, чтобы у нее интерес был на эту рыбку. Она же тоже это как бы. Если ее мало щуки, она не обязательно, что на нее возьмется. Она же тоже не дура. Она видит, что какая-то фигня. Непонятно. Да, когда много щуки, она, блин, кидается на всех. Да, она. Когда особенно у нее жор, она на все движущееся кидается. Я, ребята, тоже сейчас попробую вот таким вот пиздюком из травы. Потом у меня травы. Руслан, сейчас мы маленечко переберемся туда поближе. Подержи спинник. Вот теперь держи, якорь. Вот так держи. Давай. Держи. Понятно. А? Че, как у вас рыбацкое настроение, Руслан? Нормально. Погода хорошая. Вот. Да, погода классная. Самое главное, чтобы результат какой-нибудь был. Нам оторваться от нуля.
самое интересное. И сейчас вот можно вот здесь вот по коряшкам покидать маленьким. Здесь могут окуньки, щучки быть. Можно и здесь попробовать. И оттуда будет. Не, мы вот здесь встанем сейчас. Вот здесь. Бросай якорь. Отпускай. Отпускай, отпускай. Все? Что? Ну и все. Так, дай-ка мне кинжал. Оружие. Да. Сейчас будем проверять. Отошла? Да, на твою скорее она возьмет, у тебя она меньше. Рыбка. Не факт. Почему факт? Прозванивай там сам. Я сейчас вот сюда вот заброшу. Напрямки вдоль берега. А, вот сюда еще можно вот так кинуть. Аккуратно. Не туда вообще. Ветром сдуло, блин, на куст. Так, ладно. Сейчас сменим. А? Еще раз. Да. Надо сменить. И выбора-то сильно нет. Ну вот такую вот сейчас возьмем. Я вот на нее вообще, блин, сколько ловил я. Ну пробуй такую блесну. Можно сказать, вот это тоже непотопляемая рыбка, непотопляйка. Помните, ребята, я на нее ловил. Чурогаечков показывал. Классно ловил. Инвалидка моя. Ты сейчас сюда же кидаешь? Ну ладно, кидай. А мы вот сюда. Оп. Забубеним. Да пофигу трава вообще. Трава вообще ни о чем. Она ничего не значит. Нравится рано утром рыбачить и в последние часы вечера. Но утром лучше всего поклевки. Прям вот. А? Черного тиранозавра. Ага. Взял меня, отвлек, я ветку зацепил.
ничего не идет здесь. Я думаю, что ее надо вот так вот сейчас бабахнуть вот сюда, вот здесь пройти. Затонет в самом. Так, что, подними якорь, нас отнесет. А, Руслан? Ага, подними его. Нас сейчас отнесет туда он. Ветерок как раз туда подул. Все поднял, да? Такой есть фантом. Какой? А? Так, сейчас якорь надо будет отпускать. Отпускай. Ага. Зацепили? Ну, нормально. Тут не сильно глубоко, да? Давай посередине. Давай, Руслан, сейчас встанем туда, пошли. Да-да-да. Конечно, давай. Сейчас я отгребу, якорь поднимай. Сейчас, стой, подожди. Так. Так, аккуратненько спинник положим. Поднял? Ну-ка, руку, руку. Так, это всякую хуйню с него скинь. Фредик, блядь, позорный. Смотри, сколько повёл. Вообще нихуя не повёл. Тогда руку тратит. Ну, холостой, блядь. Так, а чё, наверное, надо будет ещё спустить маленькую верёвочку. Да ты думаешь, тут не глубоко? Ну-ка пробуй, опускай, зависло. Сюда. Зависло. Ага, отпускай. Отпускай, отпускай, быстрее, быстрее, быстрее. Хуба. Не достал. Пальцы.
Вот теперь встал. Руслан, теперь закрепи здесь, как надо. Че, ребятульки, прозвание? Так, что у меня там? Спиннинг твой? Звонари, да? А? Звонари. В смысле? Не. Почему? Прозвание. А, ну. Кассадаку сейчас не поделим. А? Кассадаку сейчас поделим. Ага. Кассадака. Чё, как это, на рыбалку, да. Таркунчика. Да. Жахни. Таркунчик. Я думаю, сейчас мы здесь постоим, вот так верхушку обойти, а потом херакнуть на глубинку здесь же. Тяжелой блесной пройтись. Через деревню, да? Ну, я там не был ни разу. Копейкин, это знаю. А, это твоя, да? Кто? Где? Подсветка. Да, а чья еще? Нет, не самодельная. Так, ладно, оденем блесну, оденем блесну. Так, здесь? Да, кто-то сети не ставит. Что же мне с блесной это делать? У меня есть маленькая, но я, блядь, ее далеко не смогу кидать. Вот такая вот. Такую возьмем. Ага. Да, премьеру. А может быть? Ну, какие у меня сделаны замуты. А? Не будет? Мало ли. Почему? Да, ну, я его все видосы выгружу.
Просмотр-то один хуй, да. Он дал там с удочкой кто-то чебака пытается поймать. Но я тоже на спине цеплял в том году. Так кидаешь она. Каждый заброс показывает. Смотри-ка, у меня сноровочка забрасывать еще осталось. Ну и че? Метка, да? Ну. Куда надо? Куда бы она делась-то? Ну. Че клюет, у него что ли, или он просто перезабрасывает так часто? Тебе не везет, по-моему. Да ну? Ну. И в клевые времена бывает, нафиг часа три кидаешь, нихера не ловится. Ну видишь, ветер, вот сейчас бы ветерок успокоился сам. Погода штилевая была бы, вот тогда она уже начинает большая вероятность выходить на кормежку. Здесь должна быть щука, она тут есть. Просто ее нужно как-то... Может быть тут обловили, сейчас видал, вода-то упала. Вот здесь затоплено было, а сейчас она упала. Тут видать, может уже и покидали до нас с утра. Может уже выцепил кто щука. Сколько было? Народу. Ну не все. Конечно, ты чё тут вон? Тут только сейчас две стоит. Вон кто-то подъехал же, да, только? Ну а с берега кидать? С берега? Да неудобно. Ты чё? Неудобно? Конечно нет, но все равно как бы вот тут вот можно было пройти позвонить. Что, за ухо? Да? За ухо? Что? За ухо? Нет. С лодки? Пацанчика вчера с Омска смотрел. Он ходил, короче, через Гриневича в Малиновку и в Князевку пошел. Что? Да. Две недели, говорит, ходил, видосы смотрел его, наверное. Да ничего, так сказать. Грамотно снимает, у него 1500 подписчиков, и это... Нормально, видосы, контент делаю. У него, видать, компьютер есть, обрабатывает видос. Да ну нафиг, у меня компа же нету. Был бы комп, я бы сейчас нарезок, знаешь, наделал. Видел у меня трейлер канала? Короткий такой. Там с музыкой «Родина Сибирь». Да. Вот. Он у меня сразу же как хлопнул, у меня там уже это 500 просмотров. Но это нормально, он меня прям вообще стрельнул, начали смотреть люди, потому что он как бы там вкратце и все это показано с результатами. А что тебе новый какой-нибудь нужен для работы? Да он мне пока не нужен. Я все со временем. Комп был бы, я бы сейчас дофига нарезок сделал. Мне можно было бы лицо замазать. Лицо замазать? Конечно. И выкладывать что-нибудь. Тын-тын-тын-тын-тын. Ах ты, блин, за корягу, прикинь. Ну-ка, Руслан, давай якоря поднимешь. Прям через корягу. Я, блин, маленечко вообще не так кинул, блин.
Да фиг его знает, плетенка. Может проще. Да мы так аккуратненько сейчас подойдем, постараемся. Я же не рывком. Смотри, чтобы блесна не соскочила, да в глаз не прилетела. Я голову опустил. Брось якорь. Отпускай, отпускай целиком. Дошло? Да. Ну, нормально. Видишь, отцепилось. Сейчас вот так вот попробую позвонить. Так вот. Я бы вот дальше попробовал. Куда? Так мы туда и пойдем. Помню, крепыша прям тащили щук. Помню. Вода надо, чтоб меньше была. Вода сейчас большая, понимаешь, вся рыба в талах. Потому что талы затоплены. Как бы она возле берега была, а так она в столах вся. Рыбалка — это здоровый образ жизни. Взял бы, да не курил, надо было сигарету в машине оставить. Как говорится, лучше эти минуты, чем курить, блин, проще покидать. Раз 50 блесну. Да. Что есть, что есть. Карпуза, блин, ты его взял, все больше. Тархун, тархун, тархунище. Блять, надо было тех мужиков, блять, больше туралинских заснять, сука. Эти, говорит, басурмане нахуй. Там пиздец, ржать был бы. Интервью вообще классное было. Ну, сука. Да я вообще не думал нахуй снимать, пока клевать, если будет, тогда только нахуй. Да я думал, если вклевать будет, тогда только снимать, а так нифига и не собирался. Ну, коры там были. Вот так бы она у тебя была, наверное. Да. Ну не русские, блин. Ну, вон чурогайка маленькая, вообще, смотри, вот-вот, как спичка. Вот, ушла. Да? Чурогайка вообще маленькая, там 4 сантиметра. Где же моя чурогаечка-то, а? Хоть на пол кг. Да. Зараза такая, а? Ударила и промахнулась. Прям добротная была. Да, добротная — это когда нахуй пальцы леской режет аж до кровина. Когда дергает. Вот это добротная. Можно бы было вот тот вот затон, который ты говорил, сейчас же этих нету. Где? А, там, но. Она была сразу. Нам бы бензина не хватило, у нас бензина мало.
сейчас иди туда, рванем. О, какой заброс, так. Не, я специально туда кинул. Надо еще сделать вот так. Скрипелось? Ну, один хуй скрипит. Что-то ты обленился. А? Я говорю, что-то ты обленился. Не-не-не. Это покурить спокойно. И на хуй дальше бросать. Может, возле той травы что будет? А? Я говорю, может, возле той что травы будет? Где там? Ну? Кстати, давай сюда. Что, пешком? До куста или на моторе? Или как? Как не знаю, как хочешь. Ты же водитель. Не, хуй знает, или гриб... Или грибануть. Или так. Это бот. Так, так я думаю, чтобы не бурлить на ничего. Ну, давай. Смотри, что спиннинг, ты всегда это край лож. Ой, спиннинг, смотри, у тебя, во-первых, он зацеплен, во-вторых, нахуй, лежит неправильно. Вот так вот. Теперь правильно. Якорь, якорь. Мы уже проплыли 10 метров, блядь. Вон там самая такая. Отпускай. Стали? Да. Точно? Ну и нормально. Ну и все, сейчас вон туда его надо покидать. Вставай, вставай, не ленись. Нет. Да? Да. Малёк. Чуть-чуть. Чуть-чуть стригал. Не особо. Так ее не могут. О, 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 идет. Русский идет. Возьми сачок. Сачок возьми. Давай, давай, быстрее, Руслан, Руслан. Нашла, сука. Нет, вот она. Небольшая. Вот. Ага. Сейчас стой. А, в жабы. Держи спинник вот так. Просто держи. Друзья. Поймал в глаз? Ну, в глаз он и. Просто. Mm-hmm. Подожди. И сейчас тебе говорю, он здесь будет. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди, Руслан. Да. А? Да, это? Какой? Да. Да, привет. Да нахуй надо? Марать ее только. Мне куда? А? А мне куда? Че куда? Блять, ты же отпускаешь, нет? Как это отпускаешь? Не отпускаешь? Ну конечно. Я думал, ты вообще рыбу не ешь. Я тебя как-то спрашивал, ты рыбу ешь? Тебе вот сказал.
Да. Блин, я ж чуть после. Котлеты с них вообще обожаю. Отпускаю. Я же говорил, вот здесь вот. Да. Вот сюда сейчас кину. Тут там. А у вас чебак идет? Вообще нету? Никого? Ну здесь уже дня 4 такая фигня. Идите вон там ротанов хоть половите. Ага, я тоже взял ветку. Я вообще, если честно сказать, раньше ленился сильно снимать, даже когда у меня и большие щуки попадались, я камеру только потом старался доставать. А так процесс я не снимал. У меня, видишь, батареек мало было. Интересный это процесс. Конечно, вот-вот-вот. Вот это, ну это что, карандаш, я говорю, громно. Вот это, может, 350-400. Ну и то это все, это меня уже обрадовало, это уже здесь есть рыба, значит, и она идет. Значит, ее просто надо звонить и звонить. Где-то крокодил должен быть. Крокодольчик. А? Да ёпта. Самое главное... Это не лениться. Не лениться, кидать и ждать просто. Набраться терпения. Что думал, тебе просто приехал, блядь, кидаешь и кидаешь, ну, как с холодильника. Ага, прямо. Ну. Тут надо поработать, постараться. Не падать духом. А в процессе оно стукнет. Как говорится, под лежачий камень вода не текет. Сейчас я вот сюда дзякну. Вот сюда вот так. Хопа. О, правильно, я вот тоже сюда думал кидать. Видишь, на железячку взялась. Что-то она у меня не тонет, травы набрал. На лоб, да, пока на мой серый взял. Возьмется. Возьмется, возьмется. Она охотно берется тоже. Такой... Просто ты еще к морде не подкинул ей. Симпатичный. У тебя, да, классный воблер. Прям нормальный. Я еще вон туда сейчас херакну, где и вытащу. У меня еще вот сюда вот мыслишки есть покидать. Только вот мы лишнего проплыли, она вот там под кустами стопудово есть. Он под тем, под зеленым кустом. Вот который за сухим, он там. Там есть стопудово. Да. Дерево вон по кусту. Вот там. Да там тоже должна быть. Вон в том окне. В кармане в том. Вот оттуда вот так. Ух ты, блядь, нихуя. Фу, блядь. Я думал, дар, прикинь. Я думал, она еще в воде близная. Я не видел даже, что она вышла, прикинь. Я думал, тупокнула. Ну, я думал, удар, прикинь. А она, свинь, я на твою смотрел. Вы в большие туралы съездите, там карась клюет. Вот так. В больших туралах в самой деревне. Там вот так вот ловят. Там ведрами его ловят, карася. Там-то спиннинга с середины, большие лапки, под килограмм идут. А такие вот, ну, грамм по 300.
На удочку идут, хорошо. В самой деревне. Там, там народу по человек 50. Даже можете сейчас прям туда. Она вечером классно идет. Белый карась. У нас бензина нет, мы бы там были. Что говорите, у вас там щучина была? Тетя, ах, куст, куст, куст. Фу, хорошо, хоть блесна не сильно тяжелая. Так бы она у меня туда залетела. На щуку? Там. А кто там будет? Там карась, если пойдет, хули. Хули им щуку искать. Ребята, тут же ловят, они тут же короче пропивают. Там такие гоблины ходят, выделители. Да. Приявить бы. Да. Друг на друга там этот, без турмани, короче. Да. Дурачки, а хули им там еще заниматься тем? Кто-то там ходит, орёт. Да там дурачок же был. Больной, короче. Да. Одна палочка осталась. Заряда. Больше нет. Четыре батарейки у меня было. Еще три, наверное, осталось. О, ну куда? Куда? К березку. Ага. О, блядь, опять у меня зашла это. Поводок. Угу. Ух, нихуя себе. Щука? Да. Вон она прыгает. Она два раза рыська. А что это? Ну надо гонять мальку. А ну-ка давай-ка туда. Ребята, плохо вы не видели это. Держи. Держи мой стойный стол. Держи якорь, возьми. Так, куда же подплыть? Туда? Вот так я буду, туда. Давай, поднимай, поднимай, поднимай. Сейчас либо тебе, либо мне повезет. Видишь, я хотел перед этими кустами остановиться, но ты не вовремя якорь киданул. Я скажу тебе так, я научился от тебя, не надо говорить по-любому мне или тебе. Про чё? Ну как ты мне говорил, помнишь? А, ну, ну, ну. Да-да-да, сейчас давай к тому кусту, правда, и там можно будет прозвонить. У тебя как раз не тонущая, можно туда так чук-чук-чук, прям под куст. Да не хорошая такая же. Да, он больше, чем так. Не-не-не, вот я говорю, как вот это. Как моя. Все, бросай. Бросай. Далее. Так, спиннинг мне. Как пола. Ага. Вот здесь где-то она была. А вот сюда пока. Я просто не кидаю туда, потому что ты спереди стоишь. Травы цепанул. Кинь прям вот сюда. Вот. Да вот, вот сюда, она же тут была. Вот и потихонечку, медленно так дерни, отпусти. Дерни, остановись. Как я той хуйней работал неутопляемой. А? Ну-ка, сейчас я вот сюда. Сюда.
почти куда хотел. Угу, вот сюда и надо было. Потихонечку. Не вытягивай быстро, Руслан. Я тебе говорю, пускай она остается на плаву. Она у тебя не тонет. Это мне блесну надо тащить. А у тебя так, подыгрывай вот так. Еще вот так поддергивай. Потихонечку. Сантиметров 10 протянул, останови. Сейчас я вот туда ебану.